Почти половина россиян заявили, что работают сверхурочно. К такому выводу пришли аналитики Центра управления бизнесом. При этом 65% опрошенных считают нормальным больше трудиться, если это необходимо для выживания компании. 30% часть задач решают удаленно, а 26% всегда трудятся из дома. Кировчане, кстати, тоже много времени проводят на работе, но без фанатизма. Ну, в принципе, так и есть, потому что у меня три работы, получается, вот. Но я не вижу в этом ничего плохого. Двигаюсь по стройке. Работать до часу нормально каждый день? Да, все нормально, мы все успеваем отдыхать, успеваем работать. У меня была возможность не раз побывать в Китае, да, и по сравнению с китайцами мы практически не работаем, да. Китайцы, они максимум по 5 часов спят, а остальное время они практически находятся на работе. Нормально. В меру своего здоровья. Все хорошо работаю. Надо работать, пока есть силы и здоровье. Иначе засидишься и вообще